приходом весны многие автомобилисты пытаются обезопасить себя от солнечных лучей при помощи тонировки. Для этого они идут на массу ухищрений. К примеру, едва завидев инспектора, решают открыть окна и подышать свежим воздухом. Нарушителей, как показывает практика, становится меньше с каждым днем, потому что сотрудники госавтоинспекции все-таки в этом направлении работают. Находятся такие граждане, которые из рейда в рейд, так скажем, попадаются с тонированными машинами и по-прежнему продолжают тонировать свои транспортные средства. Еще это связано с тем, что все-таки настала теплая пора, солнце стало печь все сильнее и сильнее. Некоторые граждане с целью защиты, как говорят, от солнечных лучей, тонируют свои транспортные средства. Этот водитель был уверен в том, что тонировка заводская, а значит, с ней можно ездить. По закону проверить степень затонированности стекол может любой сотрудник ДПС, но не на глазок, а используя специальный прибор. В противном случае действия сотрудника будут считаться неправомерными. Уверенность этого водителя оказалась преждевременной. Светопропускаемость бокового стекла всего 40% вместо положенных 70%. Однако водитель отказываться от пленки не собирается. Уже целый год, как машину купили, такая она была. Даже никто ни разу не проверял. Видно и видно. Другую приклеим. Какую? Более прозрачную. Как отмечают в ГИБДД, практически каждый остановленный водитель утверждает, что тонировка на его автомобиле заводская. Инспекторы уверяют, что такое невозможно. Стекла автомобиля, если и были затонированы на заводе производителя, то непременно по ГОСТу. Соответственно, и претензий к такой машине у инспектора не будет. К примеру, как на этом автомобиле. Инспекторов ГИБДД я встречи не боюсь. Это не тонировка, это идет заводская шлакография. Это идет с завода, такие стекла. Так что по этому поводу я не переживаю. То к шелкографии это не, шелкография не относится к тонировке. То бишь, это шелкография, это идет заводская установка на стеклах. То бишь, стекла затемнены по ГОСТу, по заводу. Если инспектор установит, что уровень тонировки превышен, то будет составлен административный протокол, и автовладельцу предложат на месте избавиться от тонировки. В противном случае с автомобиля снимаются номера. На устранение нарушений дают ровно сутки. Штраф 500 рублей. Цель данной операции – выявление водителей красных средств, у которых светопропускаемость ветрового стекла не соответствует требованиям ГОСТа 5727 от 1988 года. Соответственно, по данному ГОСТу светопропускаемость стекол должна составлять не менее 75%. Вот. В настоящий момент также останавливаются у водителя не только с тонировкой на ветровых стеклах, на боковых, но также водители, которые устанавливают шторки, так называемые. Многие водители снимают тонировку на месте, однако после встречи с инспекторами оставляют ее на память, чтобы потом приклеить обратно. Сотрудники госавтоинспекции подвох обнаружили быстро и теперь просят не просто снять пленку, но и сдать им для отчетности. Светопропускаемость стекол должна быть не менее 70% передних боковых стекол, 7,9, и не менее 75% просвета переднее лобовое стекло. У вас же из 100% возможно 7,9, что является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. На тонированной машине нельзя пройти техосмотр официально. К тому же такую машину нельзя поставить и снять с учета в ГИБДД. Однако многие водители пытаются доказать обратное. Я машину только купил, не знал. Рейды по выявлению нарушителей проводятся ежедневно. Они дают свои результаты. Машин с тонировкой становится все меньше, и скоро уже совсем не останется. От наказания не уйдет никто.